Что интересно, вот буквально недавно в публикации оказалось, что генетические нарушения, связанные с атеросклерозом, они связаны с болезнью Альцгеймера. То есть до этой проблемы мы еще, говорится, не дошли, но в меру об этом уже задумался, и оказалось, что атеросклероз и болезнь Альцгеймера, по сути дела, это два последних процесса. Так что если вы не хотите, значит, получить болезнь Альцгеймера, то есть выключение мозга там к 60-70 годам, то нужно предпринимать какие-то меры, в том числе и обследовать на уровне холестерина. Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости, события, подробности.